Так, всем привет. Сегодня рассмотрим минимальную комплектацию R4, он же Cobalt Chevrolet, ну, очень похож. Что называется, найди 10 отличий. Итак, как отличить минималку? Самое простое, здесь нет противотуманных фар. Штамповки, понятное дело, литье только в максималке 185 на 75 R14 размер. 1,5-литровый двигатель и 5-ступенчатая механика здесь. Так выглядит сзади все это дело. Один из самых больших багажников в классе. Открывается он либо с ключа, либо с кнопки на ключе. Не знаю, как тут по освещению, видно, нет. Здоровенно, еще сиденье откидывается. Полноразмерное запасное колесо. Очень большой. Также большие багажники в этих классах, в этом классе, неправильно сказал, в Альмере, в Весте большой, в Логане большой багажник. Место на заднем ряду, тоже вполне себе достаточно. Очень хорошо, кстати, закрываются двери. Классно работает замок. Ну и так, что же у нас в минималке? Машину, кстати, можно закрыть, открыть с ключа, но пассивной сигнализации здесь нет. Все на ручках, но электрические зеркала, электропривод. Сиденье по высоте регулируется в минималке даже. Это плюс. Так выглядит переключение, включение света фар. Аудиосистема. Здесь должен быть подогрев сидений. Нет, кондиционера тоже нет в этой комплектации. Он у нас появляется только в комплектации комфорт с автоматом, если я не ошибаюсь. Проверим. Кондиционер. Да. Вот здесь бумажка есть с отличиями. Кстати, в 18-м модельном ряду в комфорте уже две подушки безопасности в минималке. В прошлом году была одна всего лишь. То есть самая простая. Так выглядит панель приборов. Здесь аналоговый только тахометр, все остальное цифровое. И аудиосистема. Аудиосистема с USB, AUX, Bluetooth здесь есть, управление телефоном, центральный замок, кнопки. Ну, вот такая вот минимальная комплектация. Опять же, прикреплю ссылку на прайс, можете ознакомиться. На данный момент цена такой комплектации 539 тысяч рублей. Но изменяются они часто, так что лучше проходите по ссылке в описании или в комментарии. Не знаю, я добавлю. Вот, и там посмотрите, какая стоимость у автомобиля на данный момент. Потом я сниму и комплектацию Optimum, и комплектацию Elegant. То есть мы отличия увидим в этих комплектациях уже в следующих видео.